столкнулся с такой проблемой. У меня сломался ноутбук, и вся информация, которая мне нужна, она хранится на жестком диске. Так как я не могу его починить, все, что мне остается делать, это вытащить жесткий диск и попробовать с помощью какого-нибудь переходника его подключить. Я покажу вам один способ, который очень быстрый и вроде бы не такой дорогой. То есть, первое, что я сделал, я вытащил жесткий диск из моего ноутбука. У него есть тут два слота, если видно. Вот, один большой, один маленький. И, конечно же, вот такой вот шнурочек я купил, такой вот переходник USB. И здесь то же самое, как и на накопителе. Все, что нам надо сделать, это просто втыкнуть эту штуку сюда и подключить USB в компьютер. Больше ничего. Если любишь игры и ПК, то подпишись, это совершенно бесплатно. Втыкаем USB в ПК, индикатор горит, заходим в мой компьютер, открываем новый накопитель, открываем какой-нибудь файл, чтобы убедиться, что все работает. Как мы видим, все работает. Если вам уже не нужен этот накопитель, заходим сюда, тыкаем правой кнопкой и выкидываем наш накопитель. Спасибо за просмотр. Подпишись, ставь лайк. Если помог, пиши комментарий. Спасибо. Я буду очень рад. До скорой встречи.